Минуло 95 лет со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, автора многих важнейших исследований, академика Зарифы Алиевой. В Центральной научной библиотеке НАНО прошло мероприятие, посвященное жизни и деятельности выдающегося ученого. Одним из важнейших направлений разносторонней деятельности Зарифы Алиевой стала борьба с трахомой. Это хроническое воспаление соединительной оболочки глаза было широко распространено в Азербайджане в конце 1940-х годов. Зарифой Алиевой были проведены важнейшие исследования в области медицины. Она занималась изучением, профилактикой и лечением глазных болезней, возникающих при профессиональной деятельности, а также проблемами офтальмологии. Зарифа Хам Алиева, она выдающийся ученый-офтальмолог и в то же время ученый-практик. У нее несомненные заслуги в области офтальмологии, и результаты этих ее исследований в этой области нашли отражение в многочисленных трудах, которые и сегодня являются настольными книгами ученых-офтальмологов, студентов-офтальмологов. В то же время она широко практикующий врач была. Здесь было отмечено в выступлениях, скольким людям она возвратила зрение, как она боролась с трахомой, с другими глазными заболеваниями. Это все, конечно, люди об этом помнят, люди это ценят. Участники мероприятия в своих выступлениях высоко оценили профессиональные заслуги Зарифы Алиевой, являющейся автором таких уникальных трудов, как «Терапевтическая офтальмология. Основы иридодиагностики». Наряду с этим было отмечено, что выдающийся академик с большим вниманием и трепетом относилась к своим пациентам. Область медицины, которая занималась Зарифа Хам, имела исключительное значение. Плюс исключительно было то, что Зарифа Хам к любому больному подходила как к очень родному, близкому человеку. И этому она обучала своих студентов, своих коллег. В то же время образ Зарифы Хам Алиевой – это символ милосердия, символ человеколюбия, символ благородства. И я думаю, что вот именно в ее лице сосредоточены все эти характерные особенности, которыми может сегодня гордиться азербайджанская женщина. Автор 12 монографий, учебников и учебных пособий, около 150 научных трудов, одного изобретения и 12 рационализаторских предложений, академик Зарифа Алиева внесла большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров в сфере здравоохранения. Созданный по ее идее и инициативе в конце 1980-х годов, Центр офтальмологии сегодня известен во всем мире. Эльнара Алиева, Наиб Гаджиев, CBC.